В связи со значительным потеплением в Харькове, например, в течение нескольких дней вообще фиксировали температурные рекорды. Кабмин порекомендовал всем регионам по возможности завершить отопительный сезон раньше, чем обычно. Ситуация с энергоносителями в Украине по-прежнему напряженная, и таким образом можно сэкономить ресурсы. В Харьковской обладминистрации утверждают, резко и одновременно отключить тепло в домах жителей региона на данный момент невозможно. Кроме того, конкретных распоряжений от правительства пока не было. Однако уже сейчас, по словам заместителя председателя ХОГА Евгения Шахненко, в области будут ограничивать потребление тепла. В частности, проводятся работы с крупными теплоснабжающими предприятиями. Как утверждает Шахненко, Харьковщина одна из первых по Украине по расходу газа. Мы перерасходуем газ очень много сейчас в Харьковской области, и по этому показателю мы не очень хорошо смотримся в Украине из-за наших теплоснабжающих организаций. Достаточно, мы проводим сейчас работу и с основными нашими теплоснабжающими организациями, которые 70% потребляют всего газа, это Харьковские теплосети с господином Андреем. У нас проработаны мероприятия на тот период, который сейчас уже тепло на улице, и мы ограничиваем теплоноситель, чтобы это было и комфортно и для людей, и в разумных пределах сэкономить тот газ, который они потребляют в огромном количестве. Как сообщили новостям АТН, в пресс-службе харьковских тепловых сетей, начиная с сегодняшнего дня, в Харькове могут вводиться веерные отключения тепла, которые обычно практикуют в апреле. Уже составлен график, который сегодня был размещен на сайте Харьковского городского совета. Таким образом, если температура воздуха не поднимется выше плюс 6 градусов, то дома будут отапливать круглосуточно. А вот в случае превышения этой отметки тепло будут отключать, согласно данному графику. Чем выше температура на улице, тем меньше тепла будут подавать в дома харьковчан. К примеру, при среднесуточной температуре 7-8 градусов батареи будут отключены от 5 до 7 часов в день. При 13-17 градусах выше нуля от 16 до 21 часа в день. Если же среднесуточная температура воздуха превысит 16 градусов, то отопительный сезон могут завершить. Лариса Говина, Андрей Домовой, агентство телевидения «Новости».